Лине всего 2 года, но она уже чувствует каждую ноту. А вот петь пока даже не пытается. Эта трубка не дает произнести ни звука. Малышка с самого рождения на аппарате ИВЛ. И в ее комнате разговаривать пока умеет только игрушки. Самое страшное в таких случаях происходит во сне. Синдром Ундины – это когда из-за генетических особенностей дыхание может остановиться в любую минуту. Организм в таком случае просто не заметит нехватки кислорода. И ребенок может угаснуть, не издав ни звука, за какие-то мгновения. Вот она выдирает периодически, отключает его, ей не нравится. Она отключает, то есть как бы вот, аппарат начинает фиксировать, что отключено, и начинает пищать. И за ночь мы так раз 20 встаем. Аппарат искусственной вентиляции легких у Лины с самого рождения. Весь первый год жизни она провела в реанимации. В ее детском альбоме пока нет других фотографий. Нам говорили, очень тяжелое состояние у ребенка. Выживет, не выживет, никто не может сказать. 50 на 50. Но Лина выжила. И не на 50, а на 200%. Мы, конечно, прикладываем много сил для ее развития, для ее жизни. Но она должна сама бороться. Сама тоже бороться за свою жизнь. Пытаться жить, как все. Вот. И поэтому вот это имя, как жизненная сила, она переводится, чтобы оно давало ей тоже силы жить дальше, продолжать дальше, чтобы развиваться. Эти болезненные промывания приходится повторять по 20 раз в день. Иначе велик риск либо задохнуться, либо занести инфекцию. Пища только протертая. Удивительно, но даже не имея возможности что-то сказать, Лина научилась просить добавки. Молодец, ты молодец, ты молодец. Спасать таких детей в России научились совсем недавно. Датчики вживляются ребенку в подреберье с одной и с другой стороны и выводятся к диафрагмальному нерву, который стимулирует в момент остановки дыхания именно работу легких. То есть он не дает им остановиться. Но стоит такое спасение 8,5 миллионов рублей, 7 из которых – стоимость специальных датчиков, а остальные 1,5 миллиона – сложнейшая операция плюс 2 длительные госпитализации. Естественно, сумма, конечно, огромная. То есть даже если все продать, все, что имеем, мы даже половину не наберем. В региональном Минздраве только развели руками. В официальном ответе говорится, подобные операции не входят ни в перечень бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи, ни тем более в программу ОМС. Хотя в России с диагнозом синдром Ундины сейчас живут 22 ребенка. И в той же Нижегородской области гибель новорожденного с этой болезнью уже фиксировалась. Но она очень сильная. Маленькие дети, наверное, все, мне кажется, сильные, потому что у них как бы нет, наверное, как у взрослых, какого-то уныния, опускания рук. То, что она сильная, это точно. Для Лины это не просто шанс на полноценную жизнь. Это гарантия такой жизни. Ведь ничего, кроме аппарата ИВЛ, не ограничивает ни речь девочки, ни ее развитие. Родители надеются, что услышат от дочери ее первое слово. И если так случится, в том, что это будет слово «спасибо», тем, кто помог. Они не сомневаются. Андрей Шамин, Александр Стефанюк, Евгений Анисимов, НТВ, Нижегородская область.